На Христовом пути небеса видим много примеров. Светлый образ Отца, среди них светит ярче других. Светит силой любви, трудолюбия, строгости, веры. Отречение себя ради Бога и ради семьи. Вспоминайте отцов, матерей, кто себя не жалея, до конца своих дней были Господу Богу верны. И смотря на их жизнь, память в сердце храня и лелея, будем так же верны, будем так же направлены вниз. Вспоминая примеры отца, вспоминаем мозоли на рабочих руках, на коленях от долгих молитв. И несение Христа, восприятие намеченной доли, и безропотный дух от порою проигранных дней. Вспоминайте отцов, матерей, кто себя не жалея, до конца своих дней были Господу Богу верны. И смотря на их жизнь, память в сердце храня и лелея, будем так же верны, будем так же направлены вы. Пролет впереди легкий не было бесчья. Нам остались следы тех, кто им перед нами пришли. Это наши отцы, наши матери, образ их вещи. Нас манит и зовет, сохраняя от зла и беды. Вспоминайте отцов, матерей, кто себя не жалея, до конца своих дней были Господу Богу верны. И смотря на их жизнь, память в сердце храня и лелея, будем так же верны, будем так же направлены вы. Вспоминайте отцов, матерей, кто себя не жалея, до конца своих дней были Господу Богу верны. И смотря на их жизнь, память в сердце храня и лелея, будем так же верны, будем так же направлены вниз.